9 человек, из них 5 детей, пострадали накануне вечером в автоаварии, которая произошла в Михайловском районе. Здесь в лобовую столкнулись 2 легковые машины. Пассажир одной из них погиб. Все пострадавшие доставлены в районную больницу. Состояние детей им от 3 до 5 лет тяжелой и средней тяжести. С начала летних каникул сотрудники ГИБДД усилили меры профилактики детского травматизма на дорогах. Причем к участию в акциях автоинспекторы привлекают самих подростков. Так, ребята из средней школы поселка Ерзовка Городищенского района напомнили водителям о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Подростки, которые в летнее время находятся в пришкольном лагере, вышли на центральную улицу поселка Ерзовка. Она как раз проходит мимо школы, и обратились к владельцам автотранспорта. Ребята просили водителей быть взаимовежливыми на дороге и напоминали, что дома всех ждут близкие – дети, жены, мужья и родители. А значит, доехать до места назначения надо без каких-либо ЧП, соблюдая правила безопасного вождения. Будьте осторожны, счастливого пути. Данное мероприятие имеет 2 направления. Первое – это обращение к водителям, чтобы они соблюдали правила дорожного движения. И второе – это работа с самими детьми в летний период, которые предоставлены в основном сами себе. Слабый контроль школы и слабый контроль родителей. К слову, с начала этого года в Волгоградской области произошло свыше 50 ДТП с участием детей, в которых 3 ребенка погибли и более 60 получили ранения.